А позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Угу. Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотой в вагоне я не смог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанного в кашне. Нет, я не статский советник. А что? Так, едем мы с вами. Наружность ваша показалась мне симпатичной. Захотелось завязать разговор. Вот я и спросил. Почему же именно Очинь? Потому что вы действительно не статский советник. Помилуйте, куда мне закоснелый титуляшка? Ну, очень рад. Так как, видите ли, я как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками. За что вы их не взлюбили? За то, почтеннейший, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьев по чину, что кроме взаимных огорчений мы друг другу ничего причинить не можем. Но оставим этот вопрос. Куда изволите ехать? В Рымск, а это далеко, 240 верст от Москвы. Жаль, очень жаль. Что вы сказали? Нет, ничего, это я так. Мы помолчали, странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался. «Молодой человек, а молодой человек!» – начал он наконец. «Что прикажете?» «Повторяю вам, лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию. И коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу. Очень благодарен. Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни. Сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности. Какой же это совет? Не напиваться допьяно? Нет. Слезь с поезда на последней станции перед 217-й верстой. Вот тебе раз. Чего ради слезать на совсем неподходящей станции? Неподходящей, может быть. Зато безопасный. От чего? От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на 217-й версте. Что? Господин Серым совершенно серьезно повторил свои слова. Вы, конечно, шутите, сказал я. Ничего. Я, знаете ли, не любил шуток, когда находился на службе, а в настоящем моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет непременно. Откуда вы знаете? На этот вопрос позвольте промолчать. Странные заявления моего собеседника сбили меня с панталыка. Я недоумевал. Кто разговаривает со мной? Мистификатор, сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу задумавший исключить меня из числа своих жертв? Что же, прервал он молчание, слезете. Прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете? Я аккуратно до 217-й версты. Значит, вы не боитесь крушения?
Я ничего не боюсь. Вот как? После этого вы просто железный человек? Увы. Когда находился на службе, я был трусом из трусов. Но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь, с позволения вашего сказать, покойник. Как? Покойник-с, мертвец. Если вам больше нравится вообще нежить, не извольте стучать зубами. От этого, кроме порчи эмали, ничего не получится. А лучше выслушайте. 16 лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности. Близ станции вышел из вагона на тормоз покурить. Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток другой, третий, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей махиной. Чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки. Каждая пол меня была сплюснута буферами в лепешку, далеко не отличавшуюся красотою форм. И в заключении обе лепешки обратились под ударами колес в тесто. И что я говорю, в тесто, в муку, сударь, мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действия, все это было обработано необыкновенно чисто. И когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокрое место осталось. Очень должно быть противно, пролепетал я. И неприятно, и неопрятно, вы совершенно правы, милостивый государь. Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да если бы и ни одно не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию. Сим извещаются господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства отныне будут приниматься как в рай, так и в ад, только души, могущие документально доказать свою личность или, по крайней мере, представить голову и две трети своего тела для проверки примет по реестру. Душам, неудовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира совсем такового бродяжничества последствиями. Примечание. Отговорки утраты тела не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона, но мне-то от этого не легче стало.
Поди-ка собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами. Целый год я мыкался, не знал, как быть. Наконец набрел на счастливую идею. Черти требуют для удостоверения личности только 2/3 тела. Что если я занимаю у разных покойников части тела из остающихся в их распоряжении 1/3, составлю себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано, сделано, представил заявление куда надо. Ответили. Практиковали уже и не раз. И с успехом, однако, поставили условия производить займы исключительно у лиц одного со мною чина и у погибших приблизительно при тех же условиях, как я. Того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю не уступить или почтеннейшему несчастному собрату вашего желудка. Вам он все равно не нужен, покойники не кушают. А я бы вам хороший процент дал. И даю? Какое? До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы между нами, будет сказано, почти всегда насильственны. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевший над телом, бросишься, как коршун, урвешь сколько надо и поминай, как звали. Вот, левая рука. У меня от одного субъекта с Николаевской дороги. Обе ноги я подхватил по случаю на Кукуевке. Живот приобрел у какого-то штуцрата за границей. Этаким манером я собрал себе не только 2/3, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа, как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу. И тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было, а шляпа, бог весть, какими судьбами держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне. Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо на храпом. Голова вещь важная, ее ни за какие проценты не займешь. Разве уж на дурака из дураков нарвешься? А знаете, с нами в поезде, в следующем вагоне, едет один статский. Ах, сколь хороша голова, сытая, с плешкой этакой. Лицо крупчатое, бакенбарды русые, вот бы. Ах, голос попутчика даже замер от восторга. «Сударь, билет ваш, пожалуйте!» Раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся. Ах, слава богу! Все это было только сон. На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил 200-ю версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией. Бакенбарды, холеные щеки, все точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягнуть, что господин этот статский советник накануне генеральства. Признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрым предчувствием. 210, 211, 212, 213, 214, батюшки, 215.
Статский советник все стоял и стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я. 216, а вдруг в самом деле крушение? Будет, не будет, будет, не будет, ой, будет, ей-богу, будет. Вот оно. И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх тормашками под насыпь. Говорил я вам, донеслось до меня издали. С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда серую фигуру, как будто знакомую мне, и в руках у фигуры было что-то шарообразное. Со мной сделался обморок.